Здравствуйте, друзья. Хочу рассказать, вот сейчас работал и как бы попытался быстренько убрать эски, которые не, вот в данном вокале у меня сильно режут слух. Но как бы быстро, обычно я это делаю медленно. То есть я их нахожу вручную, отрезаю, уменьшаю гейн каждого региончика клипа, да, в инспекторе, допустим, либо же рисую автоматизацию для всех этих эсок. Вот, это самый радикальный правильный способ сделать все на слух. Но нужно делать это уже на финальной стадии, когда у вас обработана компрессия и все, даже с мастер компрессии, с какой-то там или групповой, чтобы, как говорится, уже все вылезло, и тогда уже мы режем. Если вы делаете это в начале, до обработок, это не имеет смысла, потому что потом оно все изменится. Вот, ну, я не об этом. Это такой долгий способ. А мы хотим быстро. Ну, для этого есть DSR, да, так называемые плагины. Есть в Logic DSR, есть там, у меня куча есть тоже фильтров и других вроде бы как хороших приборов, но они все какие-то, мягко говоря, левоватые. Вот, как бы иногда прям вот не получается ничего сделать, как ты его не крутишь, выставляешь частоту, ищешь вроде бы там диапазончик, да, threshold и ratio, и пятое, и десятое, вот, а как бы делаешь, уменьшаешь немного, они по-прежнему прут, эти эски, уменьшаешь много, начинается шепелявость. Во многим это знакомая штука, вот, неудовлетворенность диэсерами. Вот. То же самое касается и лоджиковского, я им вообще не пользуюсь. Вот. Ну вот в лоджике есть компрессор, да, стандартный. Прошу прощения. Вот. И этот способ не нов, но как бы он работает, он гораздо круче, чем все DSR-ы. То есть тот самый плагин, который должен это делать, он делает это хуже обычного компрессора. Так вот, как настроить компрессор? Вот у меня здесь для примера есть вокал, еще французский язык, прям эти эски в изобилии и очень хорошо записан. Вот, сейчас послушаем кусочек этого вокала, и вы увидите, тут их много. И вот вначале без этого. Ce soir, je bois, grand noir, parce que je te vois, mon agent 007, tête à tête. Alors quoi? Ну понятно, да? Понятно. Эсок вы услышали очень много. Они действительно здесь невооруженным глазом, простите за каламбур, видны. Вот, слышны. Так вот. Компрессор. Давайте все сделаем заново. Сделаю другую инстанцию компрессора. Вот, поставлю. Вот, в чистом виде. Вот по дефолту он так открывается. Что нам для этого нужно? Вот, давайте я сейчас здесь выделю кусочек, где явно S. Вот, видите, слышим букву С, да? По дефолту компрессор реагирует на весь диапазон частот, да? Вот. Чтобы нам компрессор наш реагировал на определенную частоту, нужно детектор переключить в режим сайдчейна внутреннего. Это делается вот так. Внешний сайдчейн у нас вот здесь назначается от других инструментов, но это другой случай. Да? Нас интересует внутренний сайдчейн. Внутри, то есть вот в этом треке какую частоту он будет реагировать. Вот. Когда мы поставили сайдчейн, вот это я рекомендую сразу выключить off автогейн. Вот. Ratio мы сделаем порадикальнее, что-нибудь около 10 к 1. Атаку сделаем минимальную, ну, релиз, скажем так, полтинничек, 50 миллисекунд. Вот. Частота реагирования. Вот. Вот сейчас он стоит, уже здесь кто-то по дефолту его поставил на 7000, да, но стоит low-pass фильтр. Нас интересует band pass, то есть это
фильтр полосы, там полосы такой вот выбирает бенд. Вот, ширина этой полосы регулируется вот этим Q, да, оборотность. Вот, ну, у нас будем искать узенькую по полосу. Вот, и где-то в районе, вот здесь на анализаторе, на эквалайзере, на анализатор, видим, вот она, буква S, в районе 9-10. Вот самый пик вот здесь, 8 с копейками. 8 с копейками. Ну вот, значит, примерно вот так вот мы его и ставим. Теперь начинаем крутить, уменьшать threshold, порог, до тех пор, пока у нас на букву S начнется gain reduction, уменьшение громкости. Сейчас вот чуть-чуть совсем. Много радикально, да? И может быть. И вот здесь, вот этой кнопочкой, можно послушать. Вот, вот этот вот звук, извините, что. Вот. Вот. Вот он у нас где-то тут срабатывает. Здесь уже нету. Вот, 8. А, нет, это. Неправильно, вот нужно смотреть на эти цифры. 9 400, да. Нет, 7500 уже мало. Ну, то есть, да, где-то 9. Вот. Оставим так. Включаем listen. Ой, вот так. Мы видим, что у нас на... уменьшается на 6 децибел. Без него. Вот. Во всяком случае, здесь не появляется шепелявость. Вот. И можно здесь посмотреть, кстати, на каком грунте. Вылавливает этот пик и его убирает. Таким образом, настроив вот эту вот штуку, да, вот я ее даже вот непосредственно вот в этой инстанции я ее уже настроил, обозвал сохранить как, вот, сохранил его в виде своего пользовательского ресета. Ну, не обязательно. Вот. Не буду для сравнения ставить вам деэссеры. Вот. Ну, хотя, давайте не так долго записываем, поставим, как, допустим, вот знаменитый, известный всем фаб-фильтр, DSR. Вот как он будет работать на этой букве, вот по дефолту. Мы хотим, допустим, больше, да? Вот. Чтобы он уменьшил... Может быть, фаб-фильтр, кстати, не так уж плохо справился с этой задачей. Вот. И как-то так вот удачно. Да, ну, это фаб-фильтр, это сторонний плагин. А это компрессор, который есть у нас в хосте бесплатно. Вот. И работает он в иных случаях как бы лучше. Здесь вот я вначале попробовал быстро, но что-то мне не понравилось. А вот в итоге этот компрессор как бы решил задачу. Вот. В общем-то, нормально в других местах. Mon agent 007 tête à tête. Все, спасибо. Это было короткое видео. Маленькая фишка. Всем пока.